Ночью 18 августа 2013 года в Барселоне свершилось 567 историй любви. Мы расскажем тебе о шести. Вот уже год как раз с Рикардо. Но тут неожиданно она встречает Альберта, своего бывшего. Рассер? А это Жан, который организовал обед для всех своих друзей. Среди них Клара и Эктор, у которых только что родилась малышка. И Джудит, в которой Жан всегда был влюблен. И муж Джудит Тони. Гильем переживает свою первую любовь к Саре, которая уверена, что сегодня наступит конец света. Рад знакомству. Еще бы, я тоже очень рад. А это Ореол и Адриан, которым нравится одна девушка. Это будет прекрасно. Прекрасно, я тоже в этом уверен. Слушай, хватит за мной повторять. И, наконец, Лаура и Карлос. Они одинаковые. Легок в использовании. Точность 99%. Предиктор. Это то, что надо. Можешь выбирать, какой тебе нравится. Предиктор? Пожалуйста. Эти двое сегодня узнают, что у них будет ребенок. Ну? Поверьте, я бы никогда не пожелал, чтобы Джудит рассталась со своим мужем. Летняя ночь в Барселоне. Смотрите в кино с 10 апреля.